С помощью новых технологий учебный процесс можно не прерывать даже в условиях карантина. К возможным внеплановым каникулам уже готовы 53 преподавателя. Весь штат Десногорской 4-й школы. Мы изучили с вами электронные платформы, на которых мы можем использовать элементы дистанционного обучения. И педагоги нашей школы выбрали две платформы, по которым мы будем обучать детей дистанционно. Благодаря этим платформам задания есть для учеников любого класса. Материалы включают в себя теоретический курс, тесты и проверочные работы. Учитель видит не только ошибки, но и то, сколько времени ученик потратил, изучая тему. Заходят под своими логинами, своими паролями, выполняют задания. Я захожу в свой журнал и смотрю, кто выполнил, на сколько баллов, какие затруднения были, сколько времени ученик на это потратил. Проблем новая платформа не вызовет и у детей. С учетом цифровизации и постоянного использования гаджетов, освоение таких обучающих систем – вполне посильная задача. Ученикам будет удобно, комфортно, полезно, потому что наши учителя уже готовятся давно к дистанционному обучению. Не надо этого бояться. Просто нужно ученикам это использовать, активно использовать, и особенно тем, кто сейчас готовится к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.